Очень мне понравилось высказывание нашего президента, что надо создавать окончательно союзное государство. Потому что мы одни по себе не выстоим против этого бешеного мира, а вместе мы непобедимы. Это однозначно. Поэтому, ну и, конечно, такие вещи, как сохранить историческую память о Великой Победе. Это тоже нас очень беспокоит. Вот в таком направлении самые главные мысли. И остальное, доклад вдохновляющий, обнадеживающий. И самое главное, такой момент сказал бы, он ведь говорил не словами, он говорил сердцем, он говорил душой. Каждое слово он из души вынимал и говорил. То есть это ненадуманное, это наболевшее, это нужное, вот, которое заставляет жизнь. И поэтому он ведет за собой вот нас, и мы за ним пойдем, конечно.